Аурея отправила меня сюда проходить испытания. Неужели? Никогда такого не было. И чего ты хочешь добиться? Я спрашиваю об этом всех, кто сюда приходит. Я хочу бросить вызов Аратаку и стать вождем Верака. Что ж, начинай тренировки. Чую, вы многое в жизни повидали. Многое, и все это осталось в прошлом. Я была одной из дочерей Грома, были такие давным-давно. Неплохо обтрясали снег со старых пней Банура. Жаль, недолго. Кто-то погиб в славной битве. Других изгнали прочь, но и они заслужили славу. Кому-то не повезло. А что хуже? Состариться. Видя, что все правила и обычаи, с которыми ты боролась, никуда не делись. Я говорю всем, оставайтесь молодыми. Как у вас устроены испытания? Меток Карха не даем. У меня были, но я пустила их на заплатки для сапог. Задача – побить самые лучшие результаты охотников Банук. Займешь второе место или даже третье, и твое имя войдет в легенды. А если приду первый? Приди. И вы не состоите в Доме охотников? Каждое племя считает, что его охотничьи угодья первые, и что Карха просто украли у них идею. Так кто был первым? Ну, мы. И Карха украли идею. Именно. Три вызова, три серьезных испытания. Какое ты хочешь пройти? Чтобы поучаствовать в этом испытании, тебе нужен буревик. Это самое трудное испытание в Снежной Песне. Лишь вождь может быть допущен, и не всякий вождь пройдет. В испытании натиском охотник должен продемонстрировать свою стойкость. Машины будут выходить на арены группами. Экономь силы. Планируй действия. Только так ты сможешь одолеть их всех и не погибнуть. Мы начнем, как только ты ступишь на снег. Нам еще нужно согнать машины с перевала на арены. Приходи чуть позже. Ну, вот оно же. Бежать или драться?
Если моргну, то веки смерзнутся. Первая попытка, и ты заняла сразу второе место. Не часто такое увидишь. Хватит с меня тренировок. Тогда можешь быть свободна. Я побила лучший результат. Теперь пойдет мало. Собственно, обо мне уже, наверное, все наслышаны. Пора бросить вызов Аратаку. Среди моего народа ходит молва о твоих деяниях. Похоже, наша снежная земля тебе чем-то особенно приглянулась. Да. И есть лишь один способ увидеть ее всю. Ты? Ха! Да, Завирак. Это что, вызов? Пойми, это не шутка, Аратак. Все понятно. Это ты ее надоумила. Ты с ней, и выбора нет. Я обязан принять вызов. Я не ожидал от тебя такого, сестра. Это ты запретил мне ходить на барабан, брат мой. Брат и сестра? А тут все посложнее, чем я думала. Нет, все просто. Встретимся у хребта изваяний, и я положу конец этой игре. Полагаю, мне стоит объясниться. Да. Уж будь добра. Почему ты не сказала, что вы с Аратаком брат и сестра? Думала, это ни к чему. Удивлена, что Аратак сообщил это чужачке. Наверное, он страшно зол. Я не очень хорошо разбираюсь в людях. Предпочитаю общество душ. Или одиночество. Ты могла бы принять это за семейные дрязги. Наше паломничество намного, гораздо важнее. Признаю, это смело. Пойти против родного брата. Он не оставил мне выбора. Для него я просто дитя, которому место в хвосте похода. Он встал между мной и моей судьбой. Но я знаю, что рано или поздно он простит меня. Как и всегда. Меня сейчас волнует другое. Что это будет за испытание? Пойдете охотиться на машины у хребта изваяний. Победит тот, кто станет быстрее. Будет очень нелегко. Ну да, а когда было легко? Встретимся у подножия и расскажу. Там мне будет гораздо проще все тебе объяснить. Аурея, дело не в том, кто чей брат. Я хочу узнать, что внутри барабана. Душа, демон. Как это все связано с машинами? Но раз уж мы на это пошли, ты должна быть со мной откровенна. Я недооценила тебя. И Аратака тоже. Я не повторю этой ошибки. Жди у хребта изваяний. Итак, рискнуть жизнью, чтобы возглавить отряд охотников. Как раз то, о чем я мечтала. Держись, хребет изваяний. Зарубки большинство из них и не делят. Странница. Поверь, мне уже не раз бросали подобный вызов. Я не боюсь. Но это же так глупо. Ведь ты не банук. Ты понятия не имеешь, что должен делать вождь.
Я прошу тебя, как охотник охотника, отступись. Вы пустите нас на громовой барабан? Да ты даже не знаешь, что там творится. Я больше не стану рисковать жизнью сестры. Тогда не тратьте слов. Как знаешь, я зарою твою глупую дерзость в мерзлой земле. Хватит! Приступаем! Охотиться, бороться. Таков путь, Банук. И таково испытание. Ты поднимешься на хребет с востока, Аратак с запада. На этом пути вас поджидают опасные машины. Охотники из Верака уже дежурят у троп. Как подойдете, они выпустят вам навстречу машины. Вам нужно добраться до середины хребта, а затем спуститься в долину к последней цели. Каждый раз, одолев машину, вы должны подать вот такой сигнал, чтобы весь народ его увидел. Убивать машины, пускать шары. Ясно. Победа за тем, кто первым пустит третий шар? Ну, да. Но путь того, кто бросил вызов, сложнее. Если Аратак запустит раньше хоть один шар, он победит. У тебя был шанс, странница. У вас тоже. Охота начнется по сигналу. Давай! Надо забраться на эту гору. Видимо, есть несколько путей, и они отмечены наскальными рисунками. Ладно, наверх. На вершине. Ну, претендентка, тебе нужно перебить это стадо. Все машины до последней. Перебить стадо? Ладно, это я могу. Теперь заберись наверх и запусти шар!
Аратак — сильный противник. Надо спешить. Спускайся по веревке дальше! Впереди тебя ждут два бурдюка. Убей обоих! Прочие машины не важны! Что ж, два дохлых бурдюка будет сделано. Обогнала, но ненамного. Надо торопиться. Спускайся по тросу. Тебе нужно в долину. Еще немного. Готов. Теперь последнее испытание. Что-то не так. Загонщиков нет. Кто выпустит последнюю добычу? Это правда. Ледоклык из барабана. Машины прервали состязание. Значит, результат не засчитывается. Это ничья. Вы все сами видели. Это она сразила машины. Не я. Доказано. Она лучший охотник. Мы Банук. Выжить, победить. Лишь это важно. Моя кровь в твоих зубах.
Я готов следовать за тобой на охоте. Теперь охотникам запрещено подниматься на барабан. Путь заказан всем, кроме вождя и меня. Так не положено, но у меня просьба. Позволь пойти с тобой и сестрой. Это возможно. Но ты будешь слушаться меня. Нет. Слушать все будут меня. Гора ждет нас. Внизу есть лагерь, длинная засечка. Готовься и приходи. Вождь. Новая одежда. И оружие, как у Аратака. Жду, полагается особое снаряжение. А теперь пойдем в длинную засечку. Путь на барабан свободен.